Ну вот, на Ольхоне в Хужире мыс Шаманка, столбы, которые символизируют 13 родов бурятских. Все-таки зимой, ну, начало весны, вид здесь не очень. Да, свежий воздух, да, энергетика Байкала, это бесспорно. Но особо тут только если на участвовать в соревнованиях кайты. В общем, деревяшки на коньках и под парусом. Забыла я название. В Голландии, по-моему, если я не ошибаюсь, этим занимались. Ну и на снегоходах. Еще есть такое развлечение, вид спорта, когда на доске с парашютом. Все позабывала я. Вот тогда, да, здесь интереснее было бы проводить время. Ну так, прогуляться, помедитировать. Но питаться этим воздухом, надышаться энергетикой. А так, виды, конечно, в сравнении с летом здесь серые. Но место действительно энергетически сильное.